Последняя буква ближе сюда идет. Это В, что ли? Да, В. Сергиев. На Блинной горе, рядом с цветочной клумбой «Я люблю», скоро появится новая надпись «Сергиев Посад». Озеленители городского предприятия благоустройства СП приступают к завершающей части этой цветочной композиции. Надпись должна была появиться еще в начале лета, но из-за погодных условий земляные работы пришлось отложить до начала августа. Сегодня здесь будут установлены буквы, крупные буквы «Сергиев Посад». Они уже выполнены из других материалов, которые вынесут непогоду, будут достаточно прочные, будут крепко установлены на поверхности газона, укреплены, чтобы нежелательные элементы, да, нам не повредили. Думаю, что у нас получится просто замечательно. По словам посадских озеленителей, по внешнему облику горожане и туристы судят о степени благоустройства и культуре города. Блинная гора является лицом Сергиева Посада. Ежедневно здесь проходят сотни тысяч человек. Мы у вас не первый раз здесь. Очень нам нравится. Уже сына привозила, когда он маленький был. Красиво идем, любуемся. Чувствуем благодать Божью над вашим городом. Вообще все очень, конечно, впечатляет. И смотрим фотографии. Вот спустились фотографироваться здесь на память. Цветы – одно из главных летних городских украшений. На Сергиево-Посадских улицах растет более 140 тысяч разных растений. Этим летом на рабочем поселке появилась аллея славы. В этой части микрорайона тоже поработали городские озеленители. Правда, здесь установлено всего 3 скамейки. Но местные жители говорят, что им хватает. Мы, пожилые, вечерком выходим, гуляем, сидим на лавочке. Но единственное, что близко, если к домам, молодежь ночью гуляет и мешает спать. Если близко к дому, это неудобно. А вот там 3 лавочки, они далеко как-то от дома, они хорошо стоят. А мы любуемся в окно вот этой красотой. То есть нравится, как вам тут посадились? Ой, все довольны. Знаете, даже не ждали, что так будет хорошо. На улице Сергиевской и привокзальной площади цветы растут в элегантных зонтиках. Посадские озеленители работают по предварительно составленным проектам и схемам. Люди по-настоящему творят красоту, и это очень приятно для всех. Потому что одни делают, а другие видят и также благодарят. А вот на бульваре Кузнецова цветов стало гораздо меньше. Недавно у памятника посадили бегонии, петунии, виолы и бархатцы. Но некоторые горожане проявляют чрезмерную тягу к прекрасному и опустошают городские цветочные клумбы. На Блинной горе буквы установили и закрепили намертво. Теперь двухметровую конструкцию видно издалека. Полина Иноземцева, Евгений Шевченко, Кирилл Емельянов. Тема.